Учебный год для школьников и студентов начнется уже в понедельник, а первокурсники Рязанского медуниверситета уже сегодня отправились в ВУЗ, пока не на занятия. Их ждали, чтобы рассказать об образовательных традициях и познакомить с педагогами. Учиться у рязанских наставников едут со всего мира студенты из 55 стран и российских регионов. В этом году в ВУЗе было подано рекордное количество заявлений – 10 тысяч. Это первое знакомство, по сути, абитуриентов с ВУЗом. Некоторые из них знакомились только по интернету, потому что современные средства подачи заявлений диктуют такие возможности. Знакомство с ВУЗом, знакомство со своими будущими друзьями, одногруппниками. Ну и, конечно, для нас это тоже праздник.